«Спорт – норма жизни». Именно под таким девизом прошел весенний спортивный фестиваль. На одной площадке встретились как уже бывалые спортсмены, так и любители. У всех горят глаза, а в воздухе царит соревновательный дух. Данное мероприятие проводится с той целью, чтобы прививать молодежь к занятию спортом и вести здоровый образ жизни. То есть здесь в основном все организаторские моменты были учтены нами для того, чтобы молодежь посмотрела, что это круто, классно, занимаются сегодня спортом, и это здорово. В программе фестиваля открытый кубок по новому виду спорта. Ягодичный мост среди женщин и строгий подъем на бицепс среди мужчин. Анастасия Денисова из Сочи, 24 года. Она попробовала поднять штангу весом в 220 килограммов, при ее собственном весе всего в 55 килограммов. Получилось. Признается, что спорт для нее это буквально все. Мне было безумно тяжело. Я хочу поднимать много, только для себя. Это очень интересный опыт. Хочется быть сильной, быстрой, выносливой, гибкой. Спорт для меня это все. Во время фестиваля каждый желающий мог свободно и абсолютно бесплатно позаниматься в спортзале, поучаствовать в групповых мастер-классах, от тренерского состава и даже посостязаться в любых видах единоборств. Участники самого разного возраста. Здесь есть и те, кто профессионально хочет попробовать свои силы, и те, кто решил для начала познакомиться со спортом и изменить свою жизнь. Мы не зря проводим такие фестивали, это нам дает возможность отследить активность. Это сегодня, на сегодняшний день, здорово, что это модно, фитнес и все его направления. Одно из, кстати, направлений, которое мы рассматриваем сегодня, это новое направление на территории России. Скоро это будет как вид спорта, и мы успеваем, мы в тренде. Фестиваль действительно яркое событие в спортивной жизни Сочи. Кто-то пришел сюда проверить себя и побить рекорды, кто-то найти новых друзей и единомышленников. Но всех их объединило одно желание – быть здоровыми и красивыми. Напомню, следующий физкультурно-спортивный фестиваль на базе фитнес-клуба Dark Fit планируют провести уже в мае. Возраст участников от 18 до 45. Каждый желающий в этой категории может записаться и попробовать свои силы. Контакты вы видите на ваших экранах.